мои соболезнования тем, кто не успел вовремя войти. Очень жаль, что такими длинными пути оказались ваши сюда, а мои сюда же. Тем не менее, не думая даже о продажах, я хотел бы вам сказать, это невероятно приятно, что вы все здесь оказались. Я чувствую себя, будто каждый приятель. Мне тот, который ждал меня всю жизнь, когда же я приду. И вот я здесь, наконец-то. Я надеюсь, найду понимание сегодня со всеми вами без исключения. Спасибо большое, что на данном выступлении вы оказались со своим уникальным телефоном. Я уверен, это будет замечательно всему Лондону. Пожалуйста, расскажите о том, как это было в соцсетях. Ну и у нас, вообще-то, если честно, снимать весь концерт, но сейчас можно. Продолжайте снимать, если вам не сложно. На всех этих видео обычно звук невероятно всратый. Я сейчас его еще усугублю, ребята. Потому что низкие частоты очень записываются плохо. Ну и похуй. Я знаю, что многие ожидали... Многие ожидали от сегодняшнего концерта живого звука, но это, если честно, мне не на руку, что живой звук будет на этом концерте. Я под фонограмму буду петь, как всегда, до смерти. Все эти фристайлы я записываю в студии высокопрофессиональной, потом просто их включаю реально и тащусь от того, как классно я всех обманул. Да, а мне бы удобную софу или стул, я бы обязательно сел и посидел на них. Ладно, помните низкие частоты? Низкие частоты необходимы для того, чтобы сделать этот вечер неотразимым. И я сейчас наконец-то добавлю, чтобы испортить видосы на ваших девайсах. Как в треке Ванила Айса будет бас такой очень мощный и живой. Вы готовы наконец-то станцевать со мной? Наш барабанщик гражданин Украины, ему выдали визу, потому что он был неотразимым, невероятно красивым при подаче на документы, и из-за этого, пользуясь моментом, я хотел бы объявить, почему не приехал мой бро. Дело в том, что добро творит посольство английское исключительно удивительно, и зрители не смогут услышать его сегодняшней игры, потому что, вот вы вникните в это, будьте добры, потому что его виза просрочена к моменту переноса, именно поэтому вы сейчас на сольном концерте Нойза. Вот, а остальные визы, к сожалению, так и не дали, хотя мы их просили, мы на коленях стояли, мы умоляли, мы говорили, ну пожалуйста, ну мы же сейчас опоздаем. Они говорят, нормально, нормально, мы из-за ваш перенос 15 мая мы вообще не считаем, приезжайте, если получится. Если не получается, не приезжаем. Ну уж приехали, как получилось. Ну а теперь я хотел бы, чтобы наконец-то вы мне на милость похлопали в ладоши, когда начнутся барабаны. Их придется сегодня делать самостоятельно, Ивану. Хотя бы морально, хотя бы в меру своих сил. Итак, да, это гребаный предатель.
собой, дальше за собой я всего лишь артистик. Маленький винтик, маленький шипстик в огромном гигантском пораженном раком организме. Да, я оттуда уехал, так бывает, и очистил. Жду свои пламенные приветы из-за бугра. Пиздежа в этом куплете было до хера. Но сейчас наконец-то он кончен, и начнется припев. Это хедлайнер, кончен разогрев. 3, 4 и за...